играем бидонсами против хаоса. Имеем почти 200 тысяч индусментов. Что мы на них возьмем? Я думаю, возьмем взятку. Чтобы фалить сраный хай с ним. Который куча имб, куча блоков. Колоса, в принципе, нам не особо страшно. По идее. Так, ладно. Берем, наверное, все-таки взятку. И, возможно, давайте девочек возьмем. Возьмем двух девочек. Или одних. А, давайте двоих. Чтоб наверняка уж на кого-то вставать. И поехали. Подумаешь, десятку своих слили. Не думаю, что особо зарешает. Well, the blocking dice are warmed up and ready to be rolled. Если она не сдохнет, там все равно полюбом не хватает на нового игрока. Только если там шестерка выкинется на деньги. Good evening from Cabal Vision HD. Давай, наверное, деф, я не знаю. Попробуем, типа, выжить. Попробуем выжить. Run faster. Так, погоди. Пятку. Мы будем на поле выставлять. Наверное, будем. Потеряли место нулевого бидонса. С блокером. Выстоим лопом. Так, так он есть. Так он. А нет, не так он есть. Жалко, что есть. Ну, я так не так. Может, что-то чуть пошире выставиться, честно говоря. Не знаю, либо так вставать, либо как-то... Теми, как его... Шевронами. О, шевронами, точно. Хоть нам на шевронов игроков, которых не жалко потерять будет, если чего. Наверное, нет. Так что давайте, наверное, так выставимся. Вот этого сайдстеппер поставим сюда. Будь что будет, да? Не знаю, может что-то поближе вставить на клетку. Хотя мы по идее поставляем либо холопа, либо блицера. Значит, попытаемся кого-нибудь зафалить в первом тайме, как можно больше народу. Пока у нас есть холопы хотя бы на поле. Подозреваю, что потом мы возможности уже такой не будет, скорее всего. Классный, наверное, игрок хайснет. Ты просто берешь блок МБ, блок МБ на всех игроках практически. Просто башишь. Сука, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть МБ. Прекрасно. Можно сказать, что у всех класса прокрутить, по сути. Учитывая, что сука у меня холопов будет в этом матче. Все равно, что бить по классе. Хоть какая-то радость. Уже хорошо. Наконец-то не в меня камень летит. Еще и стрейбалисты убрали. Ну, не сказать же, конечно, что мне как-то мешалось стрейбол. Ну, минус один хороший, более-менее, бист.
Еще здесь ассист. Ушел. Ну что ж ты думаешь, это двоечка. Кошка, садись уже. Садись, садись. Ну садись ты, господи Иисусе. Ну что ж ты такая, блин, тормознутая эта, елки-палки. Шляешься и шляешься вокруг. Серьезно? Ну, наша цель для фола. Здравствуйте. Хотя он Харрисон сейчас прикроет, но мы все равно попытаемся фалить. То есть воин сюда встанет, скорее всего. Но этого нам будет достаточно, если мы воин повалим. Мы можем даже, в принципе... В принципе, можем даже... Нет, не сможем. Я думаю, типа, может как-то подтолкнуть сюда воина, чтобы потом еще блоков еще раз дать, но, видимо, не получится. Там мы просто поднимаем города. Просто поднимаем города. Сюда кого-нибудь снять ассист. Кого-нибудь. Хотя даже на самом деле можно просто поднять гард. Ну да, с ним. Снимаем ассист. Поднимаем города. Четырех сильно, наверное, бьем. Кладем его сюда. Сюда, наверное, этого блокера ставим. Бьем, подходим. Сюда блокера. И, наверное, холопом фалим сюда как раз. Кто пойдет снимать ассист? Кто пойдет снимать ассист? М? Хотел бы я знать, да. Я пойду снимать ассист. Is the assist gonna be enough to come out on top? Даже наверное, я сюда положим, чтобы под гардом был. Кстати, он не главный, между прочим. Слушайте. Хотя, блин, я дурак, по-моему. Да, я дурак. На его босса есть. Проход заблокировал. Ну ладно. Добежишь ты, нет? Не добегает. Нет, не добегает, зараза. Ну ладно. Ставим 100 сайдстрим. Я пробую, уже хорошо. Спасибо, что принял взяточку, судья. Спасибо. Хотя бы взятку принял. Ладно, то, что я налажал. Сейчас я степер по идее подставился под блок с таклом. Серьезно? Нулевого блокера вынести, по-моему, прохладная идея. Ну, он, кстати, очевидно, пойдет скорее всего сюда. Прекрасно. Ты же не будешь это реролить, это два рерола. Ну. That's it.
мяч мне сюда. Наверное, что, бьем. Ну, или можем попробовать задуриться, конечно. Надо завалить, короче, эту тварь. Я считаю. Ну, блин, надо как-то не совершать своих предыдущих ошибок. Как-то пытаться хотя бы какое-то давление на мяч делать. То есть, наверное, блицуем эту заразу. Блицуем эту заразу. Это будет, наверное, дорсом, может, давай тоже. Сюда. Наверное, возможно, будет дорсом пытаться. На 3 плюс. Если здесь стоит, мы его бьем. Его, может, даже фалим. Отлично. Это реролл. Реролл. Теперь это становится даже веселее. В любом случае. В любом случае, это даже становится веселее. Коровка, ты пойдешь? Может, постоишь? Ну, это постоишь. Зараза. Не хочешь стоять? Ну, хотя, чё, это нам мешает. Нам это мешает, в принципе, блицнуть нормально сюда, с полицером. Плюс, наверное, как-то этим блокером разоплевать. То есть, бьем здесь. Ты убегаешь, не убегаешь? Бьем здесь, бьем здесь. Коровку мы найдем что-нибудь. В принципе, можем в коробку лицом, если здесь повалим. Если здесь повалим. Тут Донтлис 2 плюс. Прокидываем. Бежим потом сюда на ассист. Сюда ассист. Чего? Чего? Наверное, стоим. Я себе проход заблокировал опять, дебил. Я опять как дебил заблокировал себе проход. Побежали. Побежали так. Побежали. Жаль, жаль, жаль. Можешь, конечно, однокубову сделать. Можно сделать однокубовый. А можешь повалить. Атакер has an assist. Мощно. Ж пробой пошел, смотрите-ка, ребята. Только погляди, а. И это фол. И это у нас эти фолом. Не хочу как-то на клетку наловаться пока что. Это, конечно, у нас не главный под ударом теперь.
немного хреново разыграл, на самом деле. Немного хреново разыграл. То есть, из-за того, что заблокировал я проход вот здесь, на корову. Пришлось так бежать, в итоге мува не хватило. Сейчас мы могли бы, в принципе, ударить корову, толкнуть ее, наверное, на холопа. И подбежать сюда. Ну там холопы улетают на нокаут. Хорошо, что я взял двух девочек. Я еще хотел вторую взятку взять. Вместо двух девочек. Ну давай, бей, что ты думаешь-то, господи. Замечательно. Стрелочки. Сюда, наверное. Может, встанет даже в контакт. Нет. Хорошо. У нас есть, в принципе, какие-то кубы в клетку теперь. Двигаться он уже не будет. Продолжаем фалить. Сразу, то есть бьем здесь. Бьем здесь. Здесь не знаю, он поднимается, не поднимается, поднимается. Отлично. Бьем здесь, значит, бьем здесь. И даже бьем здесь, вот так. Здесь, наверное, не знаю, стоим, может. Хотя нет, можно даже на самом деле ударить здесь. Пускай этот зараза стоит. Хрен с ним. По идее. Бьем здесь. Бьем потом. Потом здесь освобождаем этого. Ну и влетаем, наверное, в какой-нибудь Уэйна Хаус. Чисто вот так влетаем, кладем его сюда. This player likes to be well assisted in a fight. Какие хорошие кубы. Хорошо. Можно же с МБ ударить здесь. Тебя сюда. Тебя сюда, допустим, сайдстеппера сюда. СМБ бьем. Нет, сайдстеппера сюда, СМБ бьем отсюда. Раз, два, три, четыре, пять. Нельзя придется на месте стоять. Не, давайте, наверное, лучше нашим могильным ударим. Yeah, smells like a good old fashioned fight. Опять какую-то херню створил, по-моему. Что-то я делаю одно, происходит другое совершенно. Отлично, слушайте. Пока что мы, по-моему, мы пашем хаоситов, а не нет. То есть, по сути, каждый ход заканчивается тем, что у нас... У нас, по сути, что у нас, по сути, нет контактов с хаситами, а мы хаситов кладем на землю. Так, собственно, надо как-то, наверное, дать ассисты так, чтобы здесь не было в этой заразы кубов на нашего блокера. Давайте встанем на это сюда. Это сюда. Привет, Пиропан. Сейчас я прочитаю, что ты написал. Типа, по-моему, так и так будет кубы. Почему мне это кажется?
Ладно, давайте, наверное, встанем так, рискнем здоровьем. Ну что ж ты будешь делать? Что это за фалы? Не фали, а гладенько будет этого козла. Бедон становится, наверное, фильм второй. Нет, это уже, наверное, фильм, не знаю, десятый, может. Ну, пока что мы как-то на хостов неплохо наседаем. Можно сказать. Скорее всего, сейчас за блиц пойдет блокера нашего. Ивашку. Здесь мы убьем. Тут зараза убегает, наверное, сюда. Коровка, лежи, зараза. Молодец. Как я и говорил. Сейчас, наверное, толкнет. Хотя, в принципе, без разницы. Толкает горда, стоит горда сюда все равно. Наверное, сюда. Нет? Окей. Теперь уже как этой муку бы здесь найти. Мы находим кубы. Тут мы тоже находим кубы. Тут у него кубов, в принципе, нету ни по городу. Ну, либо одна кубовая по городу, либо тоже одна. Да, либо тоже одна кубовая по отдельному. Вот это зараза, он сейчас убежит, наверное, сюда. Даже. Ну, по-моему, это. Ну, такой себе. Сейчас я мячик отберу, вообще, по-моему, легчайше. Тем более, вот так, когда такие пасы происходят. А что, разве Ирина сейчас на стриме, нет? По-моему, он... Его сообщение как раз с прошлого стрима. Или он сейчас в чатике сидит тоже. Так, хорошо, мы тут типа разрулили как-то. В принципе, можем сейчас ударить здесь, гильным подобрать. Так, бьем здесь, подбираем гильным. По-хорошему, конечно, дать в лапы этому. Мы все можем, в принципе, дать ему в лапы. Но потом, не думаю, что он придет. Хорошо, ну, у нас есть отличная возможность сейчас быть на коне, прям вообще просто. На таком коне, что я не знаю. Три. Шесть, семь, восемь. Не, пас-то не вариант явно. Ладно, начнем с приятного. Начнем с блока вот здесь. Это неприятный блок. Да. Знал бы, бил бы здесь сперва. Ладно. Так, тут мы, в принципе, можем прикрыться. Три, шесть, семь, восемь. Я, наверное, сам даже придется здесь вставать. Да, наверное, сейчас, не знаю. Блин, как бы так сделать-то нормально? Как бы так нормально разыграть? Чтобы еще без гифышек все было. Можешь, в принципе, ударить здесь. Oh,
Всего же без единичек. Спасибо, что без единичек. Нужно как-то хорошенько так прикрыться. Хорошенько так прикрыться. Бьем здесь. Бьем здесь. Ты, наверное, встаешь сюда. Так, уже встаешь. Нас кто здесь валит нас. Не. Стрелочки. Толкаем сюда и стоим. That'll do, player. Ну что, сейчас главное с мячиком остаться в руках. По идее, кубов мяч у меня я не даю ему. Ну, допустим, бьет здесь. И он почему, он только с грифышкой добегает, на мяч только встает. Ну, мы со второй, четвертой елоты убегаем легко. Отсюда. Лежит, молодец. Продолжай лежать, продолжай. Скорее сейчас нога получится по лицу. Красно. Блиц, возможно, будет в четверть сильного. Баш какие-нибудь, допустим. Окей, ну, перетягиваемся сюда. Интересно, ставит ли он сейфти. Все, по идее, должен бежать на сейфти сюда. Ну, допустим, этот встает. Нет, допустим, встает сюда на ассист, бьем козлом. Ну, в принципе, если сейчас здесь грудится, мы просто вкладочку сюда выбегаем. В принципе, этих раскидаем как-нибудь. Раскидаем. И здесь экранчик построим вот такой. По-хорошему, еще бы, конечно, поставить до упора. Как я говорил, он бьет сюда, и воин, наверное, встает так холопа. Шестерка, обидно. Держись. Замечательно. Ну, мы идем сюда. Чем могу сказать? Мы идем сюда просто. В принципе, мы идем сюда. Мы идем сюда. Здесь мы доджимся по-любому. Здесь нам лежать незачем, и стоять тем более. Нам останемся с мечом, вот в чем вопрос. Наверное, станем как-нибудь здесь. Сюда, и сайдстеп куда-нибудь. Тут зараз как повалить. Кем повалить, точнее, правильно сказать. Допустим, бьем так. Или даже бьем вот так скорее. Мы поедем уже свободным. Хотя мы, если блицуем сюда, мы-то сюда не продвигаемся никак. Сюда гора нам как-то притащить еще. Это горда бы идеально было бы сюда притащить. It's a big game, Bob. How do you feel about it? Конечно, можешь просто отдохнуть. Indifferent.
Ask me again when there's more blood on the field. Yeah. Что их разыграть? Я не знаю, встанем сюда. That player is about to get punched above and below the belt at the same time. Замечательно. Хаситы уменьшаются постепенно. Постепенно хаситы становятся все меньше. То, что у них один реролл, это не может не радовать. В принципе, можем встать сюда. Встать сюда. Точнее, сюда. Тебя поставить сюда. Сюда. Is the assist going to be enough to come out on top? Загоняемте сюда тогда. He won't leave him alone anytime. Загоняемте сюда. Сейчас нужно хорошенько прикрыться, желательно. Желательно сейчас проделать все доджи. Тратим рерол. Ну почему ж ты, господи, почему когда я фули доджа, обязательно ломается? Что ж ты будешь делать? Не можем себе позволить тратить рерол. К сожалению. 4, 6, 7 хаситов. 7 хаситов на 7 бидонцев. Ну ладно. Если считать корову, то, конечно, 8. Корова такая вещь. Не знаешь, встанет эта зараза или не встанет. Так, что получилось, наша первая травма, да? Ну хотя бы нулевой блокер убить его, а не какой-нибудь более ценный. В принципе, у нас есть вот здесь проход вообще вполне, вполне свободный. То есть, 5-й мув даже, 5-й мувная какая-то козлина. Ну, от этого мы отпинываемся, в принципе. Можем наоборот, наоборот даже побежать сюда вообще опять. То есть, качать. Бьем здесь. Бьем, скорее всего, здесь. Просто бежим сюда. Этого мы, в принципе, валим. Наверное, даже халупом валим. Рискованно, конечно, халупом бить, но... Да, похоже, придется сейчас бежать сюда. Коровка и гости, здравствуйте. Зачем к нам приехали, уважаемая корова? Еще бы он еще сдох, я бросил его на усы. Хорошо, корова, конечно, на холопе сидит. Неприятно, но не смертельно. Неприятно, но не смертельно.
Можем вот от коровы вообще избавиться? То есть дать леща ей. Допустим, горная суда, здесь 2 плюс донтлис. Кидаем тебе сюда. Кидаем тебе сюда. Можешь, конечно, встать сюда. Да. Полицию, наверное, тобой. Сюда. 3. Пытаемся как-то перекинуться всем сюда. Всем скопом. Построить какое-то подобие экрана, я не знаю. Здесь, наверное, доджес. Давайте попробуем. Одну фишечку, пожалуйста. Спасибо. They've gone into the opponent's tackle zone. Should be good. Жалко. This player likes to be well assisted. Жалко вдвойне. With Fritz Swaylen, he's following up, hoping to get the knockdown next time. Че, придется бить так. Бить так, оттолкать козла. Да, похоже на то. Правда, мяч прикольный, непонятно. И так ли страшно козел, как его малюют, а? А он мне очень страшен. С фишкой сюда. Ладно, давайте поберем вот так. Ударим так, ставим кого-нибудь сюда. Интересные кубы, а? Очень любопытные кубы. Любопытнейшие. По-моему, хреново встал. Да. Идиотски встал. Ну, то я не знаю, пытаемся подобраться, в принципе. Ну, я пытался, что я могу сказать. Лучше уже зафейлить тентакль, чем зафейлить лучше. Не знаю, я мечтаю, что внезапно придут дабл единицы. Оппоненту, учитывая, что у него 0 рерулов. Один из которых он просрал на рерул блока на первом же ходу. Абсолютно неважного. Ну, в принципе, можно топить вперед. По-хорошему. По-хорошему можно топить вперед. По максимуму просто. Чтобы успеть забить. Ну, я рассчитываю, что вот эти трое встанут. Хотя бы двое из них точно должны встать. С двумя-то девочками. Count those teeth, Jim. They'll have to pick up most of them off the ground in a few seconds time. Ну, конечно, нет. Здесь нужен ассист. Нет, ну да, на кубову здесь сейчас. Ну окей, здесь мы, в принципе, разруливаем. Типа разруливаем. Ставим сюда, допустим, горда. Ставим горда. А чем с того получаем с того горда? Нихрена, по-моему, не получаем.
Почему? Мистер Кау. Три, шесть, восемь. То есть нам нужно полный мув пробежать сюда. That's quite a mismatch, Bob. I know. That weedy fella's gonna get splatted. Oh, I'm excited, Jim. Да, какие? Поехали сюда. Поехали сюда. Правильно. Замечательно. Я не хочу МБ на себе испытывать. В принципе, все равно у нас теперь есть свободный блокер, чем сказать. Есть свободный блокер. Хорош, конечно, его поставить сюда. Если бы у него, конечно, не было минус мува, мы бы его сюда поставили. Поедем уже сдать здесь. С блицом побежи. Ударить с блицом, забежать сюда. Подбежать и дать вкладочку. У нас добегаешь? Нет, 3, 6, 8. Ну, с какой фишкой нужно бежать, получается. Стой. Ну, так, конечно, придется бежать себе в фишки. Ну, хотя бы он не забивает, а вот уже. Это приятно. Ладно, попробуем фишки. They've gone into the opponent's tackle zone. This is going to be decisive. Go, the little guy. Welcome. Одну квишку, пожалуйста. Спасибо. Три, шесть, семь. Спасибо. Чисто прикрыться чувачка с так. Did you see the pass, Bob? Useful. Well, that's how you move the ball. Так. Ну, в принципе, даже если нас отталкивает, у нас, в принципе, через блиц, через две фишки, у нас есть забитие мяча. Я, в принципе, ради этого только и делал такую фишку сейчас. Ну, в принципе, кубок у него с таклом нету мяч. Это единственный выход, по идее. Ну, конечно, есть о чем задуматься так-то. Есть о чем задуматься, конечно. Я только козлом, по идее, мяченосцем у него может попытаться выбить мяч. Найти шестерку. Prevents his opponent from following up. I am striking him on
on his belly or chin may calm him down. Если встает сюда, получает... А нет. Ну да, поднимает, встает сюда и получает 2 куба здесь. Хотелось, конечно, Агильного прокачать. Но придется 4 сильно заносить. У меня, в принципе, устроит двоечка. Двоечка, единичка. Идеально будет. Ну, либо здесь он кинет единицу на ГФИ. И тогда будет вообще просто прекрасно. 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 Теперь вопрос. Мы бьем? Или мы заносим. По-хорошему надо эту заразу ударить. Хотя просто ударить эту заразу. Донкис, наверное, прокать не хочу. Донкис, не хочу прокать. А вот заразу ударить я буду не против. Кстати, Трампа, по-моему, еще не было, нахуй. По-моему. Да, по-моему, один нокаут. А, нет, кстати, одна травма, это из камня ту. Ту с камня. Давайте по максимуму машите. Был дабл-ниц, ну... Unlucky тебя. Что ты можешь сказать? Отлично. Просто отлично пока что играем. Встали. А тут у него тоже все стали, отлично. Что я могу сказать? Зачем покупать девочку, когда у тебя все равно все встанут? Да ведь. Ну, чем могу сказать? Размен в рестлера на нулевого блокера. Можно сказать, мы немного в плюсе. В смысле? Ну и у нас есть один тачдаун в запасе. По крайней мере, ячейка у нас точно светит. Но чтобы проиграть, нужно постараться. Мне. Либо оппоненту нужно меня просто перебашить в салат, чтобы занести 2 тачдауна. Мы сейчас, в принципе, вперед топить не будем, будем просто пытаться фалить кого-нибудь ценного. Какой-то навоз, то есть идет. Этот идет. Можно же нулевого выставить на лос. Не допустим от этого. Не смешнус. Окей. Fantastic. What was that jump? What, Bob? The whole fantastic thing. Вот наша цель. I'm just trying to introduce a catchphrase. То есть забегаем, кладем сюда. Don't do it again. I hate bad puns. Типа допустим раз.
Придется отсюда забегать. Кидаем сюда. Теперь кидаем сюда. Теперь, наверное, кидаем сюда. Забегаем. Так, хорошо. Раз, два, три, четыре, пять. I've played on this pitch before, Jim. We lost, if I remember right. Lost the ball. Наверное, нулевого ставим. Couldn't find it under a big pile of corpses. I gotta admit, I was a little grumpy that day. Даже на самом деле холопа ставим. Сюда, то есть ставим блокера, сюда ставим холопа. Главное, что сразу сейчас повалить. Надо его валить обязательно. Дальше. То есть бьем здесь, бьем здесь, бьем здесь. Ставим холопа сюда, бьем, ставим сюда, ставим тебя сюда, допустим, горда сюда и их полим отсюда. Поехали. Камячки, в принципе, появится нет смысла. Hey, Jim, how many halflings does it take to change a candle in a lantern? Well, they're very short, so maybe quite a few. My experience, it takes six to change a candle, and five for me to eat. Дайте сюда. He's on him now, like a halfling on a hot dinner. То, о чем я говорил. Чем я, собственно, и говорил. Twinkle toes there. Стой. Даже рулю. Отстой вдвойне. Отстой вдвойне. Ну, что могу сказать? Что я могу сказать? Ah, good. He's got the ball. It's always embarrassing when they fumble that bit. Так, что, фалим, наверное? Не фалим. Что-то таких странного козла. Фалить не хотелось совершенно. Нет, лучше прикроемся здесь.
Даже не вот так стоит. Поэтому по ЕГЭ не весь плохо, нет. Тут гард, тут считай ассист. Только если сюда корову приведет, какую-нибудь еще кого-нибудь. То есть по ней ему нужно два ассиста сюда. Тогда он сможет сбить сюда здесь. Вот так сходу одна кубовый. А нет, точно, это же это ж. Это ж чертовы эти. Господи. Это ж козлы, черт возьми, с этими рогами. Постоянно забываю, что считай. Любой игрок у Хасни потенциально 4 сильный. Тщательно. Можно же реально на самом деле. Ну, тоже устроит. Тоже устроит. I've heard stroking him on his belly or chin may calm him down. Хасидские столбики. Ну что, мы продолжаем пытаться завалить эту заразу. Очередной раз. Чтобы завалить эту заразу, нам нужны ассисты. Конечно, можем сам либо попытаться уйти сюда. То есть ассисты на этого. Хотя корова, конечно, она, конечно, тупая. Но она может на близок к нам приехать. Ладно, мне наверняка никуда не будем дергаться, в принципе. Если ударим здесь с блица. С МБ, наверное. Допустим, сюда ассист. Сюда ассист. Подходим. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, добьем и фалим потом. They're gathering around that little player, like halflings round a sandwich. Unity is strength. Так, это раз, два, три, четыре, да? У нас один мув есть. Замечательно. Избавимся от убивашки. Сейчас если избавимся еще атаку, будет вообще прекрасно. Хотя, конечно, может его вылечить, но, по-моему, уже не вариант лечить во втором тайме. Уже не вариант лечить. Так, здесь два ассиста, наверное, даем. Даем два ассиста здесь. Вот сюда. Тебя сюда. Ну и все, и женщины фол. Вечный фол, мячик не надо же поближе можно встать. Сюда. Пацан, прям.
Ой, есть, уже хорошо. Удаление. А вот это уже аптечка. Вот это же аптечка, точно. В принципе, меня устраивает такой вариант. То есть мы хотя бы убрали просто Хасида с воина, с поля. Такл. Смерть, ну... Смерть не особо важна. Но наш Хасид меньше, а нас не особо меньше. В принципе, мы еще и в контакт не оставили контактов вообще. Можно сказать, мы основные две угрозы даже за этот ход и выбрали как раз. Клавсу, СМБ и Такл, единственный в команде. Мы поставили, по сути, под два блока даже. Ну, уже под один. Окей. Ну, пришлось, к сожалению. Подставлять нашего бивашку. И теперь вопрос, стоит ли фалить дальше? Теоретически, конечно, стоит. То есть мы, в принципе, на коне пока что. Такла нету. Один четверо сильно улетел, бивашка улетел. Если не идет шестерок и начнет нас вышибать, то мы, в принципе, вполне можем с этим хасидом справиться. Коровка, ты хочешь к нам? Пожалуйста. Не хочешь, жалко. Мы бы дали леща вполне. Ну что, давай блок-блок. Блок-блок, наверное, идем налево. Раз он здесь так встал. Бьем горда сюда, бьем здесь, блицуем корову, скорее всего, кем-то, четырех сильных, наверное, чтобы надежно было. То есть бьем здесь, этого холопа на ассист для по корове, блицуем сюда. А сможем ли все перетянуться, это еще вопрос. Вот еще вопрос, сможем ли все перетянуться сюда успеть? Ну, конечно, нужно всех повалить. Чтобы у нас грандиозный план сработал. Три, четыре... 5, 6, 7, блин, к фишке же бежать. Что-то наш план как-то дает трещину. Да, в принципе, на самом деле, что-то тащить нам некуда. Так. Тем более, когда хасид его ходит, просто налево и направо с поля. Ладно, подходим мы или не подходим. Тварь ли я дрожащая, или право имею? Подойдем все-таки. Ладно, не будем плясать корову, хрен с ней. Хрен бы с ней, с этой коровой. Три, пять, шесть, семь. Чисто символически сюда встаем. Чисто символически тащим холопа сюда. Полицуем. Смотрим, что это получится. Конечно, не получилось, жалко. А жаль, что ничего не получилось. Стоим сюда, хлеб мы расставим. Сюда.
сюда вставим, чтобы корова вдруг не приехала каким-нибудь макаром. Так, 3, 6, 8, хасид. На 9. 8 на 9. Contractually, I'm not allowed to say, Jump. Suffice to say that the matter has already been settled. Все-таки, на самом деле, довольно неплохо пробой идет. Я думаю, средний, выше среднего пробой сейчас идет по хасидам. То есть... Он даже дихиармурные войны Нургла без МБ улетали раза 3 или 4. Уже. То есть один сдох с фола. Ну ладно, с фол-то все-таки дефол. Считать то же самое, что Халфлинга били. Когда фалили его сейчас, когда он сдох, собственно. И, по-моему, нокаутов штуки 2 или 3 было по войнам хаоса. Неплохой провод все-таки, да. Неплохой. Это при одном МБТ, считай. The thing about Blood Bowl is how it brings everyone together in a common joy of death. You have orcs, dwarfs, men, and even beastmen sharing the delightful violence in the same stadium, and all desperate to see some shredding death. Что может приятнее, чем хасид, который сам идет получать леща? That's a holding maneuver, if ever I saw one. Sometimes the underdog wins the fight. Окей, мы, по идее, можем даже корову повалить вполне. То есть гард у нас здесь стоит. Точнее, хасид мы по-любому на нее найдем, в принципе. Можно даже, в принципе, подтолкнуть ее под бок здесь. Если удачно близко у него отсюда как-нибудь. Правда, каким массив дадим на эту заразу, понятно. Каким дадим массив на эту заразу? Это хороший вопрос. Только если вот так встать. Не, можем, конечно, просто корову отсюда присоединить. Вот так. Продолжить этого козла протолкнуть, подойти за ним. Ударить здесь. Ударить здесь. Потом холопом ударить тоже здесь. Ну, если холопом ударить. Горда клонить сюда. Тебя сюда. Мне здесь корову будет лежать. Парарам. You know, I may actually say something witty and insightful soon. I'm just waiting for the players and the coach to do something. Anything! Please, just be interesting. Если, конечно, сейчас фейлим, то... Come on, guys! Together! Watch this! Мы не фейлим. Ура! Ура, мы не фейлим что-то. Нас с ним в контакте. Ставим контакт, я может в принципе сильнуться сюда.
давайте встанем здесь. Встанем здесь. Так, 3, 6. Так, 3, 6, 7, 8, да? В принципе, если мы встанем сюда, можем мячиком встать здесь. Ну, здесь можем встать. С мячом. Так, можно прокинуть одну фишечку, пожалуйста. Спасибо за гфыщику. Правда, мы, конечно, Алгильна опять подставили. Можно даже строить, на самом деле, сюда стать Алгильного, а здесь давать ему вклад. Кстати, двумя гфыщиками мешает пятимолнию. Не писал, что там пятимолнию. Но с двумя гфыщиками есть два куба меч. Ой, Алгильного. Я не умею считать. Я не умею считать, реально. Одна кафешка сюда. Куба есть. Конечно, можем забить вообще. Прямо сейчас. Но стоит ли? 2-4 хода. Мало я что прискакал. Держись, блин, Молодец. Я что держишься. Можем ли тебя вытолкнуть, в принципе, теоретически. Зараза еще корова встала. Сраная корова еще посмела вставать. Где-то видно. Да. Но можно, в принципе, ударить. То есть поднять. Донклис прокинуть сюда. Что себе позволяет, а? Честное слово. На кубов кидает. Всем нагле. Никакого уважения. Окей. I like this. The dung is about to hit the fan. Dung is about to hit the fan. Надо опять опять корову валить. Стоим сюда, наверное, сюда. Стоим сюда. Кидаем Донклис. Пойдем сюда. Пойдем сюда. Конечно, по-хорошему ударить, если не было бы сюда. Положить сюда, чтобы взять здесь. Холопа сюда. Ничего ни хера не получается. Не складываются ребусы что-то у нас. Не складываются ребусы. Блин, как-то освободить горда. Через блиц здесь, горда сюда. Просто так ударить здесь. Кем будем корову-то валить? Непонятно. Непонятно, кем будем корову валить. Jim, did you know that some cheerleaders get paid more than the players? Is that a fact, Bob? What? It's a question of what the fans are looking at. Who would you rather look at? Mm.
Минус корова. Well, at least they're not dead. Yeah. Реальный пробой на самом деле. Вот уж совсем эрибор по пробою. It's a block. Let's hope Nuffle is smiling on those blocking dice, Bob. Nuffle's always smiling, Jim. You just don't always know which side he's supporting. Надеюсь, я не проглядел выталкивание за поле. Очень на это надеюсь. Кидаем сюда, я думаю, даже что подходим. Только если нельзя в красный здесь. Да, в красный здесь. И потом бьет здесь. Нет, так он только вот ангельного выталкивает. Но не мяч. Хотя, не знаю, бьет здесь. Бьет здесь, да. Кидает сюда. Тут ассист прибегает сюда. Здесь кем он здесь ассиста снимет? Бьет. Ну если бить, типа, должится вставать сюда. Да. Понятно, почему? Просто бьет отсюда и, собственно, этот ассист он снимает от гарда. Да, просто он бьет здесь. Встает на месте, это вот сюда. И один куб у него в мяч есть, конечно. Moved right next to a teammate. Okay. Ну, либо он может сразу притащить вместе сюда и блиц сюда, это на кубовый. Стрелочки. Или двоечку, может даже двоечку убьет. Не особо я верю, что сможем его утопнуть. Триплис должен сюда подпереть, типа, меня. Окей. Я чуть, кстати, не затупил. Почему-то чуть не нажал двоечку. Что вовремя увидел, что у него блока, не у меня. Окей. Красный, одну кубу здесь, да? Он не может даже кинуть, на самом деле. Хотя нет, если он кинет, это только ему... Но если он фейлит, то это даже хуже для него намного. Принц он сделал себе даже хуже. Возможно. То есть я бью здесь. Горда сюда. Два куба здесь. И холопом. Хотя не холопом. Ну, прям, если чистый предуточ, я ему был вполне вытолкнуть.
Кстати, похоже, мне надо сюда встать, по идее, чтобы не дать мне утопнуть по-любому. Даже вот сюда. Нормально. Хорошо, думаем. Be gone, fell demon. Problem, Bob. Cling fly in my coffee. А если мы бьем здесь, горда тащим сюда, бьем здесь. Мы здесь купы не находим, да? Бьем здесь, хотя не бьем здесь. Кем болицевать-то? Цвать-то неким. Прямо уже города поедет сюда тащить. Города сюда. Бьем здесь. Наверное, перетягиваемся сюда. Хлопа сюда-сюда, мячик сюда. Тут убегаем тоже. Хлопа оставляем здесь, ВКонтакте. Ну да, наверное, так. Мячик, наверное, даже сразу сюда переведем. Чисто на всякий случай. Кадр не изменит меня. One tactic is for the intellectual elite. The other is for simpletons. I like running down the field. So, whatever type I am. Unity is strength. Ну просто, ну что это за пробой? Это уже какой-то просто дичь. Это уже не смешно. Даже. Просто я, по-моему, особо кубы-то даже не фейлил. Я даже ВКонтакте оставляем. Проверяем, да? Хотя, типа, 2 плюс, 2 плюс, 2 плюс сюда. Бьем здесь, подходим в контакт. Давайте попробуем. Nice. Very nice. Nice. Very nice. Go for the little guy. Так. Тут по нему стоять, да? Надо у нас стоять. Мы стоим. Можно же, конечно, не стрелы. А он все равно будет пиццевать, окей. Окей. Сайдстеп. Да, встаем сюда. Надо как-то все-таки спасать. В каком-то смысле этого заразу. Ну ладно, уже не важно, я думал, все-таки он глисовать будет сюда. Ну, пытается четырехсильного спасти, видимо. Так, ладно, кем мы будем забивать? Кем будем забивать? Бьем здесь, поднимаем.
Не надо даже ничего поднимать. Мы просто бьем здесь, подходим. Бьем сюда, подходим. Получаем 2D здесь. Кладем сюда. Освобождаем тебя. Гильд нужно качать по-хорошему. Хорош можно качать отдельным, конечно. Бьем здесь. Ты бежишь сюда. Даем тебе вкладочку. Открываем холопу, наверное. Чищ ход заносим. Вариант? Вариант. Окей, облом. Там тебя поднимаем. Окей, облом еще раз. Так, 3, 6, 8. Да просто облицует тобой, я не знаю. Один-один-один, прекрасно. Один-один-один, три единицы подряд. Ну что я могу сказать, Игель не забивает в этом тайме, к сожалению. В чем, кстати, 1-1-1, 6-6. Что-то не на травму. Точнее даже 1-2, 1-1-1, 6-6, 1-2. Боже. Секунду, мяч. Здравствуйте. Блицуй же, давай, блицуй. Get next to the ball carrier so you can block him. And if that doesn't work, stab him in the face. Жаль, что шестерка. Можно же сюда. A good defensive block. Ну окей. Окей. Здесь тут можно на кого стек прокинуть. Пойдем, мяч-то мы по-любому выбиваем, в принципе. То есть потерять только этот нулевой может козел забрать мяч. Окей. Хорошо. Как нам почистить мячик? Как нам почистить мячик? Бьем. Бьем, бьем. Бил, бью и буду бить. Это сразу найти кубы. Два кафе сюда. Ради чего? Допустим, ставим сюда. Бьем здесь. Бьем здесь. Ты сюда, ты бьешь. Тебя поставить сюда.
2D здесь. Такой забежать. Раз, два, три. Раз, два, три. Четыре. Пять, шесть, семь. Семь отсюда. Пас. И по гфишке бежать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Давайте попробуем. Еще раз. Встаем сюда, бьем здесь. Горда сюда. Бьем здесь. Или просто на мяч кинуть, да и все. Не париться. That ball's starting to look a little tatty. When are they gonna replace it? I don't know, Bob, and I know what you're doing. You just want me to set you up so you can shout, "New balls, please!" I'm not going to do it. Buzzkill. Встаем сюда, кидаем на мяч. Встаешь сюда. Зачем тебе сосать? That player's going for it. Going for the ball, but can they pick it up? Что ты будешь делать-то, ёлки-палки? This player likes to be well assisted in a fight. Oh, look at that little snotling attacking the troll. Отлично. I think they're waiting for the ball now, or talking to the fans. I don't rate that player's chances of success. At the start of the next turn. If they are, then we may see a. Легчайше на одной секунде. Одну лишнюю фишку пробежал. Боже, блин. They can't catch up such a big gap. Wakey, wakey. One team's got some early knockouts back. Okay. It's going to be hard now that they're outnumbered. Despite being in the lead, this team now has to kick the ball to the losing squad. They'll want to get it back as soon as they can. Да уж. Всегда бы я так играл за бретонцев, было бы неплохо. Можешь, конечно, сказать, что пробой повезло. Часть. Три. Все, там максимально ухта. У них шестой, да, ведь? Три, шесть, восемь. То есть можно, в принципе, сюда встать. Париться. Квикснеп, правда. Давайте квикснепом все-таки. Пострахуемся. Пробой, конечно, зашел. Ничего не сказать. Если думаю, это зависит за весь матч. Четыре травмы. На четыре травмы где-то нокаутов 6. Да, 6 где-то же нокаутов будет. Я думаю, даже мы блоков больше делать, чем Хасид. Have you tried that Croxiade yet, Bob? A sports drink made by the Skaven of Clan Pestilence? No thanks, but I'll give it a miss. I may not be the sharpest spike on the armor, but I'm not that stupid. Конечно, не могу сказать, что вы очень много заработали так-то. С две травмы. Два тачдауна плюс МВП. Получается, сколько у нас?
13, да. Могло быть и хуже продать. Могло быть и хуже просто. Weather is fine, so I'm not going to talk about it again. Is about to get punched above and below the ball at the same time. Yeah. Hello. We still got players hitting each other. Я птичку я потрачу. Не. Сармор. Пока, холоп, пока. Жаль, что ты закончил свою карьеру. Я пытался тебя вылечить, но ты не захотел. Честно пытался тебя вылечить, но ты не захотел. Ну, мы стали на 20 тысяч лет без этого. Мелочь приятно. Надо даже похвалить. Да, я сейчас подбирает, пасует и фалит. Фол дружбы. Знаменитый. Может было хотя бы сначала мячик подобрать все-таки. The player's on the ground. Looks like he's about to get a kick. Five gold pieces says he gets kicked in the face first. Все равно ты нулевой холоп, ну. Не знаю. Лучше уж одну из побольшку заработать. Тебе спасибо, Фанмут, спасибо. Извини за пробой, если смотришь запись, конечно. Я не ожидал такого пробоя. Не успел написать, ладно. So many touchdowns, Jim. I've lost count. I mean, I can only count to three anyway. Замечательно. That was a lot, right? Ну, неплохо, кстати. Что-то неплохо. Ну, при этом, почему-то равное количество блоков. Мне казалось, что я просто-таки больше бил. Особенно в первом тайме. Да и во втором, в принципе, тоже. Сказала бы, как мне несколько ходов было, где я просто контакты вообще не оставлял. И там один-два блока оставлял в контакте. Все равно вроде равное количество блоков оказалось. Может, я не знаю, вычесть блоки на лоси, которые сейчас были еще. Сука, он раз 6-5 ударил. Да, пробы, конечно, я не ожидал такого, реально. 15 на 50 блоков. Почему на хаус войне-то бились? Солидно. Что у нас по СПП? 17 даже, 18. То есть МВП, МВП тачдаун, травма, пас, 3 травмы. Окей. Нет, тачдаун. Тачдаун, травма и пас. Два паса было даже не точно. Окей. Внезапно мы очень даже неплохо отыграли на бритонцах. Keep it local by playing matches with nearby opponents. Or you can select a coach to play against from anywhere in the world. Yes! Even Lustria. Ну хотя бы у фанбол никто не сдох. Никто не сдох. Да и у нас тупо он холоп на списание ушел и все. Жалко, конечно, качественного холопа отдавать. Утиль. Что делать? Так, что будем мы еще холопа докупать? В принципе, наверное, надо. 15 игроков.
чтобы закидывать мясом просто оппонентов. КД. Так, собственно, что у тебя есть? У тебя есть додж, у тебя есть сайдстеп, да? Что тебе взять, счастье мое? А хрен его знает, да ведь? Реально, чем брать бритцы? На обычных апах. Лидера, что ли, взять, не знаю. Или может френзи? Типа, не знаю, выталкивать ли кого-то делать. Сайдстеп, в принципе, у него уже есть. То есть вытолкнуть его потом, когда он кому-нибудь вытолкнет, будет не так уж и просто. Че, как обычно раскачивать полиционский блицерф, я не знаю. Кто там у нас есть в Рубеле? Never went onto the field. Нахал. A pair of orchidas on my feet. Я тут еще затесался. They're the only ones who get ogre sizes. Я как раз хочу блицеров обычно. Шурханды, додж, пас, сайдстеп. Ну да, Тимикс, я тоже думаю, что это лидера. Либо Фрэнзи. Ну, Фрэнзи как-то немного бредово звучит. А вот лидер, да. Комбинатор ровок раскачивает. Додж, сайдстеп, джампап, такл. Блин, джампап тоже вариант. Тоже вариант. То есть, чисто чтобы из положения лежа бить. Еще и бегать нормально, когда встаешь. Ну да, по-моему, все... То есть, вот... Комбинатор берет додж, сайдстеп, джампап. Holy Russian Squad, Русион Squad, тоже, в принципе, Dodge, Sidestep, Jump Up. Шорхенды, уже один есть шорхендист. То есть вот шорхенды есть, шорфиты. Шорфиты только если вот этому брать. Но здесь я Dodge беру. Ну, когда его вкачаю, конечно, до какого-то 4-го левела, я ему Dodge возьму, конечно. Если, конечно, не сдохнет со своей неглой раньше времени. Serve my drink to me, Childerkin, and I'll have your arms sawn off with a rusty. Да, наверное, возьму лидера. I want it warm. То есть, не знаю, он как-то... То есть, это четырехсильный, довольно-таки важный, да? Это меченосец. Или можно меченосец вообще взять лидера, на самом деле. Be any different. Да, наверное, все-таки на меченосте возьму лидера. Is this microphone on? Причем, кстати, в следующую игру играем. Может, нам стоит ТВ-карс оптимизировать в следующей игре. Мы играем Сеядун. Сеядун — это у нас андеды, которые дешевле нас будут на сотню. Я, значит, писал. Да, кстати, вариант уже согласен. Еще на четвертую силу. Согласен. Подкат. Короче, значит, что, наверное, здесь все-таки берем лидера, здесь берем Фрэнзи потом. Здесь берем Фрэнзи. А здесь мы берем додж, а здесь мы берем... Блин, хрен знает, что мы берем здесь. Подкат. То есть таклов мне, в принципе, хватает. Сколько у них таклов-то? Два, по-моему, или три? Три таклов, в принципе, вполне нахватает. Так. I'm looking forward to these next few matches, Bob. Стрибол. Не, я не фанат стрибола. Ну, не то, что не фанат. Мне вряд ли получится его нормально использовать. Можешь ли я подкат взять? Хотя у нас такая лига, это Infinity Crane, что-то, блин, подкат-то особо... Не против кого использовать этот подкат. То есть Infinity Crane, по-моему, такая же...
башенный турнир, как и Rogue Boyle, собственно. Хотя, если так, не знаю, чисто белым взглядом прикинуть. Ну, допустим, вышки сколько башеров? То есть завры, андеды. Ну, не кры, да. Орки. Завры. Хаситы, нургли, орки, некры. А вот в вышке есть много башеров. В среднем. Гномы. Некры опять. Завры. Гномы. Кемри. Завры. Хаситы, андеды. 7. Ну, давайте все-таки реально подкаст возьму. Наверное. Прилипало. Попробуем, как подкаст играет. I've just been watching my Cabal Vision Ball, Jim. This new high destiny feed. Так, то есть андеды дороже нас, очень дешевле нас на сотню, да? Чего вообще андедов есть? Мумии. МБ Додж, МБ Гард. Ну да, вот против Гулей в следующей игре, конечно, пригодится, ничего не скажешь. Куча зомби просто. Ладно, наверное, так холопа покупать я не буду. То есть сейчас у них потенциально... Хотя, он еще сбросит 30-ку. То есть у него 130 будет индусментов. 130 индусментов. Если я еще докуплю сверху холопа, это будет 170. Нет, хрен с ним холопом. Обойдусь. Ну, тогда и все. Заканчиваем.